Ломать не строить. Не менее 15 аварийных домов будут стерты с лица Иваново в этом году. Все они не соответствуют требованиям, предоставляемым к жилому помещению. Находиться в них опасно, а зачастую такие брошенные постройки становятся приютом для алкоголиков и наркоманов. Снос ветхого жилья – это возможность высвободить участок. В некоторых районах областного центра они на вес золота. Каждый год город предусматривает средства в бюджете для того, чтобы что-то сломать. Ежегодно в бюджете города Иваново предусматриваются средства. В текущем году это порядка 3,5 миллионов рублей, чуть больше. Этот небольшой деревянный дом на улице Колесникова тоже попал в этом году под снос. Подрядчик приступил к работе в понедельник. По времени, наверное, где-то будет занимать, наверное, день. Сам снос и вывоз мусора на полигон утилизации. В дальнейшем будет планироваться площадка, засыпка песком. То есть все территории будут разравнены. Земля под домом муниципальная. Дальнейшая ее судьба неизвестна. Возможно, она будет выставлена на аукцион, а может, найдется инвестор, который захочет благоустроить небольшой частный сектор. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.